погоде. На следующей неделе в Таганроге будет облачно, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха колеблется от 3 до 10 градусов тепла. В Москве переменная облачность, снег, температура воздуха минус 6, минус 2. В Краснодаре будет ясная погода, температура воздуха плюс 18, плюс 19. В Севастополе малооблачно, небольшие дожди, температура воздуха плюс 13, 15. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.tv.ru. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!